Что, разметки ставить? Уже хотел, думал, как это. Я говорю, оно тебе надо? Да дети, говорит, это, школу надо, денег надо. Я говорю, слышишь, ты пятерку получишь, конфискация мучаешься. Чья машина? Твоя, говорю, без нее останешься. Лучше разворачивайся, езжай, говорю, не порти себе жизнь и детям своим тоже. Канарейки разновидности. Я сегодня даже видел, как маленький сокол лупанул одну канареечку. Красногрудые такие красивые. Туман подтягивается, сверху вот так город видно, а тут вообще ничего не видно. Надо подниматься чуть-чуть на склон, и со склона там уже, да, красота будет. А здесь же сколько оттенков немерено. Да. Человеческий глаз по-другому видит. Если фонарь поставить вот так вот, то можно спокойно ночью писать. А когда на мороз, радужные цвета сразу вокруг нее, ореол такой. Жизненно быстро село солнце.